Всем доброго дня. Кирилловка, Азовское море. Вот сейчас такая обстановка на центральном пляже. Люди купаются. Медуз почти нету. Море еще штормит, но уже теплее, чем было утром. И вода теплее, и воздух теплее. Так что вот такие дела сейчас на центральном пляже в поселке Кирилловка. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, пишите комментарии. Всем всего хорошего. До скорой встречи. Всем пока.